Всем привет! Давайте опять позыбрашим немножко. Переходим на новый уровень изучения нашей программы. Сегодня мы сделаем каток. Кстати, это видео я видел в интернете. Эдвард Питер объясняет, как ее делать. Очень доходчиво. Постараюсь переснять это видео, чтобы вам было доступно, чтобы вы не искали на интернетах, где, что, кого, куда. Вот давайте посмотрим, как он выглядит, наш каток. Вот такая фишка получается. Я сначала думал, очень сложно, не лез в это дело. Но потом понравилось, оказалось, не все так, как я себе представлял. Ну, давайте приступим. Откроем цилиндр 3D. Вот такая фишка. Поставим Edit. Сделаем так, чтобы его было хорошо видно. Для объяснения и для работы. Нажмем Interlizer. Уменьшим по Z оси каток наш. Так приблизительно оставим. Уберем дивайды до 3. Ну, в принципе, тут все. Давайте теперь сделаем Make Polymesh и включим сетку. Вот такая фишка у нас получилась. Давайте я немного приближу, чтобы ближе было видно, как что будем делать. Давайте нажмем, выберем нашу кисть, которую мы будем работать. Так, откроем нашу кисть. Выберем Z. И нажмем Z Modeler. Вот такая фишка у нас теперь получается. Теперь нажимаем пробел. Выделив полностью так, чтобы покраснел отдел. Делаем теперь, что нам нужно. Нам нужен полигруппы и Flat Island. И нажимаем вот на вот этот полигон. Вот такая фишка у нас выходит. Выделили мы эту сторону. Теперь давайте нажмем опять же на пробел. Теперь нам нужен insert. Вот insert. И ставим полигруппу выделить все. Вот такая фишка. Я поначалу все ставил по видео так, как надо. Но у меня не получалось, потому что вот эта кнопка insert region была отключена. Так что вот за нее тоже не забывайте. Давайте выделим. У меня с первого раза, кстати, не получалось. Очень долго мучился. Так, вот так мы сделали. Выделяем и тянем вниз. И давайте еще одну сделаем. Вот так это дело будет. Теперь давайте нажмем пробел. И теперь нам надо все это. Это все дело нам надо. А ну-ка попробуем так. Ага, вот она. Нажимаем, значит, на пробел, выбираем Omesh и ставим все группы. Все. Теперь нажимаем и толкаем ее назад. Вот таким макаром. И жмем на пробел, чтобы было мягче. Вот так, я думаю, хватит. Вот такая фишка у нас получается. Давайте посмотрим. Во, красота! И теперь давайте сделаем опять
нажмем на пробел, выберем Insert. Все у нас тут стоит уже. И давайте теперь сделаем центр наш. Вот так мы его сделаем. Все классно получается. И теперь нам что нужно сделать? Это дело экстрадировать. Нажимаем опять на пробел. Жмем Extract. Жмем Polygroup All. И давайте возьмем это дело. Вот так вот вытянем. Пробел не, Shift не будем жать. Так, ну я думаю, так вот достаточно. Давайте немножко эту подтянем. Наверное, многовато я убрал для катка. Давайте еще чуть-чуть это дело вытянем. Вот так теперь будет, наверное, достаточно. В принципе, каток наш почти уже закончен. Вот так он выглядит. Давайте теперь сделаем вот здесь вот бороздку под катки. Выделим опять же группу и нажмем Bridge. Так. Курсор, раунд. Давайте попробуем. Вот, выделили мы одну половину. И вот так вот, задержав левую кнопку мыши, можно вот так вот двигать, как вам надо. Вот так где-то мы сделаем. И теперь мы жмем. Так, пардоньте. Жмем на Alt и выделяем всю эту фишку вот таким макаром. Да что ты будешь делать? Меня ведет. Вот так мы ее выделили. Все, вот так все это дело у нас получилось. Давайте теперь экстрадируем ее вниз. Так, пардон. Нажмем экстракт. Все, все полигруппы. И вот так ее, я думаю, достаточно будет. Приберем. Вот такая фишка у нас получилась. Отключим сетку. Вот такой каток у нас вышел. Теперь нам надо добавить вот сюда, короче, гайки. Не знаю, сколько их должно по-настоящему быть, но в принципе покажу, как их найти. Так, теперь мы открываем вот эту вот клавишу. Вот она появилась внизу. Смотрите, MMM Carter. Base tape, mesh dot, о, называется mesh dot. Вот мы ее выберем, вот так вот. Нажмем теперь на эту мышь. Сейчас забыл M, клавиша M, и вот у нас такие тут гайки, болты. Ну, таких вот во время войны, наверное, не было. Были под ключ. Давайте мы их теперь под ключ и поставим. Вот таким макаром.
Вот так. Постараюсь ровно, однообразно сделать. И вот тут одно. Так. Нажмем Z, Ctrl Z. И, ух ты, не туда она у меня попадает. Так, где-то вот тут она должна быть. И вытягиваем. Вот такие дела у нас получились. Теперь снимаем выделение. Левая кнопка мыши. И Ctrl. Ну, в принципе, все. Вот он наш каток. Давайте теперь постараемся его сделать помягче. Так. Вот Restore. Можно нажать. Появится у нас еще каток. Так. Вот можно нажать деформацию. Поработать потом с деформацией. Как там. Вот такие могут получаться потом детали. Если на другой проект вам кому-то надо будет. Так, что тут еще можно с ней сделать? Вот, можно вот так вот, вот такую деталь сделать. Так, что тут еще? Но это нам не надо. Это нам тоже не подходит. Вот так вот еще такую можно деталь сделать. Или вот такой, как щит, переделать. Выкручивается как-то тут все. В принципе, ладно, проехали это дело. Араймеш. Что может делать Араймеш? Ух ты, какие фишки получаются. Вот у нас можно сделать, делить два, сразу их взять. Потом тут что можно делать? А так вниз, дележка. Ну, тоже хорошая функция, запомните. Давайте теперь сохраним это дело, нажмем Save. И вот у нас высвечивается путь, это где у нас все сохраненные тулы. И вот можно сохранить сюда в формате ZTL. И потом у вас вся эта фишка будет вот здесь вот появляться. Вот она. И вы можете потом выбирать, работать уже со своими тулами. Все, в принципе, что хотел показать, показал. Всем до свидания. Тренируйтесь. Удачи.